Добрый день. Сегодня, используя возможности нашей базы, а также нашу дружную команду, мы решили заснять маленький сюжет под водой, скажем так, по мотивам Андре Лобана, его памяти, его имени, и на нашем озере, используя творческую группу в составе Игоря Лобанкова, Димы Серебрякова и Лены Варшавской, и наших двух юнг-помощников. Да. Теперь вот кому будет передать эстафету подводной съемки? Пусть тренируется, практикует, а насколько это хорошо получится, мы с вами посмотрим позже.